Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Поступил такой вопрос, он несущественный, но лично для меня интересен. А именно, посетитель канала задал мне вопрос, на какие камеры я снимаю. Значит, я снимаю на вот такие вот Sony 4K. Ага. Это к ней продается такой экранчик еще. И к ней же продается, ну это потом покажу. И к ней же продается Sony Menu 4K. Где ж тут написано? А, вот она написана. Называется Sony FDR X3000. Есть более младшая версия, по-моему, на 1000. То есть она 4К не снимает, а так она снимает великолепно. Вот так как бы, да. А так она в HD снимает великолепно. То есть это первое, на что я снимаю. Этих камер у меня 1, 2, 3, 4. При этом я одну из них утопил. Вот эту вот. То есть она окунулась. Мык! И перестала что-то там звук писать. Я, значит, заменил. Отдал в ремонт. Мне заменили. И среди этих четырех вот оказалось на проверку. Или на поверку, что одна из них. Или там две из них где-то. Снимает лучше остальных. Кстати, я люблю, чтобы все было укомплектовано. Вот у меня 2 аккумулятора. Вот еще 2 аккумулятора. То есть 4 аккумулятора. Это можно заряжать. Берете вот таким вот образом. Вставляете. Тут у меня все, видите, на поток. И заряжается. Вот тут появляется, если она разряжена, лампочка. Но тут все заряжено полностью. Вот, и, естественно, гаснет когда-то. То есть это 4 камеры у меня. Я так думаю, можно парочку и продать. Кстати, к этим камерам я приобрел 2 вот таких вот стадикама. Тоже, как бы сказать, знаете, как-то не такой уж он нужный, полезный, как хотелось бы. Разрядилась. Сюда вставляется, и ты там ходишь как-то не так. Хотя вот эта штука отдельно продается. И вот таких 2 стадикама. Можно их и продать. Ну вот, я как-то не пользуюсь. Ко всем этим камерам еще в комплекте идут вот такие вот боксики. То есть для подводной съемки. Один из них я приспособил вот к этой штуке, одеваю, чтобы тут не сбалансированный так, как хотелось бы, этот стадикам. Ну и в целом записывает звук, и это, так что вот такая вот штука есть. Это положим вот сюда. И в основном я снимаю на эти камеры. Они хорошо и звук пишут, то есть есть среди них некоторые, вот как-то чувствуется, лучше пишут видео, а есть лучше пишут звук, как-то звонче. Изредка я снимаю на свой телефон, iPhone 10, ну это изредка, знаете, когда ничего нет, что-то надо срочно снять, я снимаю. Далее, одни из любимых камер, это вот такие камеры. Тоже Sony, здесь с 10-кратным, по-моему, естественным увеличением. 10-кратный оптический зум, что очень ценно. И, естественно, 64 гигабота, 12 мегапикселей, называется HDR CX550. Отличные камеры, пишут, естественно, Full HD. Wide, как там, широкоформатный, 26,3 миллиметра, и фото делают. И даже, кстати,
В этих камерах встроен этот от дрожания рук, называется балансирный оптический steady shot. То есть они уже так более-менее снимают. Но в любом случае руками не дрожат. Если с этим стадикамом они, значит, будут еще лучше снимать. Так, в этих камерах вот тут даже Valk Zoom Study. Ну, это процессор Exmor Air HD. Ну, это как бы старый формат. Но, тем не менее, прекрасно работает. Прекрасно снимает все это дело. Вот, допустим, ну, вот если направим это на меня. Как там, видно или не видно меня? Я могу вот так повернуть. Да, прекрасно видно. То есть, вот вы видите, как это все это дело снимается. Звук у них 5.1. То есть вот одну на меня, другую на, я с таким расчетом брал, на собеседника. И прекрасно, и звук пишут громко. Вот это все, что с громким таким хорошим звуком, наичистейшим. Это вот через эти видеокамеры. Далее, что у меня есть? У меня есть, вернее, было. У меня было вот такие четыре фотоаппарата Canon Mark III. Четыре было, когда я снимал хлебную кулинарию. К ним я даже купил вот такие лилипут экранчики. Было очень все хорошо видно. Далее гаджеты к ним. Это этот самый звук писать. Вот он звук идет сюда. И звук, вот он, петличка здесь. Батарейки, все это, ну, как-то я, как бы сказать, слегка, можно сказать, подостыл. К такому, знаете, профессиональному, чтобы это профессиональная была съемка на целебной кулинарии, там я написал. Значит, карточки, вот такие вот карточки на этот фотоаппарат, то есть вот, вот такие вот карточки. 64 гигабота. Значит, раз, два, три. Но это еще не все. Ранее я снимал на камеры. И у меня как раз комплект их сохранился. Я их берегу. Сейчас я вам это все покажу. Камеры. Hero 3+. Отличные камеры. Hero 3+. Возможно, к ним уже эти самые... К ним, кстати, шли вот такие экранчики. То есть, можно экранчик нацепить. И, по-моему, у меня таких экранчика два, если кто-либо не свистнул. Смотрите, пульты к ним шли. Включить, выключить. Значит, вот одна хера, где-то должна быть другая хера. Вот можно в такой этот самый чехольчик. Вот такая вот эта самая... Еще ну, боксик такой, можно было все это снимать, одевать, чтобы все это стояло. И где-то у меня был к нему стадикам. Вот тут стадикам был очень удобный. Это разные там присоски, отсоски, все это такое, чтобы можно было цеплять на этом. Вот. То есть осталась одна камера, а у меня их было две. Вот через нее тоже все прекрасно получалось. Но как только в сравнении с Sony, вот этой вот маленькой беленькой, разница сразу же проявлялась. И причем это было видно очень хорошо на глаз. Так, а где что-то эта крышечка? Вот смотрите, тут должна быть крышечка и аккумулятор. Камера, аккумулятор, значит, следующим образом. Вот так это все цеплялось. И такая, опа! Получалась вот такая вот камера. Довольно-таки хорошо было смотреть. Стадикам все это видит. Тут еще можно что-то было подсоединить. Вот, значит, камеры, которые я использую в записи. А это у меня целый такой рюкзачок, в котором вот эти все гаджеты, то есть для звука,
для зарядки Кэнона, для зарядки этого самого Sony, для зарядки вот это вот стадикама, это микрофоны, это еще что-то там такое. Это уже тут запасные батареи, которые уже практически поразряжались. Кстати, я покупал, и свет у меня тут имеется. Но я особо не пользуюсь. То есть хочется позаморачиваться. Можно свет там выставить, там этот прожектор. Ну, короче, вот так вот как-то. Дела-делишки. На. Кто ж у меня эти батарейки эти все свистнул. Вот, кстати, от GoPro тут какие-то остатки, коробочки. А это от Sony. От Sony коробочки. Купил специально такой боксик, чтобы вот эти все Sony у меня вмещались. Все это я возил. Это от стадикама. По-моему, где-то еще один стадикам. Я два его забрал. Куда он делся? Уже не помню. Я. Ну ладно. И, кстати, комплект, да? Вот он, раз, я вам показываю. Комплект, это отдельно. Вот такая треножка с вот таким вот этим. А, вот так она защелкивается, смотри. Опа, и защелкнулась. Сверху привинчивается камера, я на ней снимаю. Плюс у меня еще имеется вот такая камера, вернее, эта треножка маленькая, я ее ставлю, когда снимаю гравитационную гимнастику. Ну вот, пожалуй, и все, что я вам хотел показать насчет камер. Здесь защелочка поломалась, приходится использовать вот эту. Ну и все. Вырубаем, нажимаем на эту кнопочку. Раз. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.